Аэровизуальные обследования бассейна реки Сарымсакты провели в Восточном Казахстане. Там на высоте больше 2500 метров находится 19 моренных озер, которые образовались в результате таяния ледников. В селе опасный период сотрудники КАС селезащиты и ДЧС области ведут за ними наблюдение как с земли, так и с воздуха, чтобы определить потенциальную угрозу ближайшим населенным пунктам. По итогам специалисты ДЧС заверили, обстановка стабильная. В бассейне реки Сарымсакты находится 19 моренных озер, которые представляют угрозу село Катонкарагай. На данное время все моренные озера от зимней спячки очищены от снега, от льда. Видите, как видите, вот нету льда и перелива нету. На настоящее время находится в состоянии и угрозы не представляет. На территории области насчитывается 144 моренных озер, которые формируют 13 очагов, которые угрожают 11 населенным пунктам. С начала сильно опасного периода на территории области работает 9 сезонных и 1 круглогодичный гидропост. Данные из гидропоста передается центральный диспетчерский пункт 3 раза в сутки.